В Уральске из-за дождей и интенсивного таяния снега оказались затоплены подъездные пути к социальным объектам. Жители Зачаганского сельского округа теперь не могут добраться до новой поликлиники. Ее сдали нынешней зимой, и дорогу к ней проложить еще не успели. В результате поликлиника стала недоступной для горожан. Такие же проблемы и в микрорайонах Деркул, Сарытау, Жылдыз. Часть уральцев переобулась в резиновые сапоги, а детей приходится носить на руках. В дорожно-эксплуатационном предприятии города установлено круглосуточное дежурство по откачке воды. В сутки коммунальщикам поступает свыше 50 заявок. Ежедневно откачивается до 3000 кубов талой воды. Техника в общем количестве 96 единиц у нас задействована. Это и вакуумки, экскаваторы, фрезы, мотопомпы, андижанцы, насосы, другая техника. Вся она распределена. ДЭП занимается этим вопросом. Ну, конечно, сейчас ситуация немного усложняется, потому что этот дождь, который сегодня работает, ну, конечно, нам не на руку, потому что еще лед еще не растаял, вся вода наверху. Вот этот дождь, конечно, может немного усложнить нам обстоятельства. Но, по крайней мере, сейчас на сегодняшний день мы справляемся с этим вопросом.